Помните о роли спонсора, потому что если вы уже спонсор, это хорошая ответственность для того, чтобы людям помогать развиваться дальше. И Габриэла буквально за 2 года настолько быстро развивалась, что экономический эффект ее команды составил 130 тысяч долларов товарооборот. Да, можете себе представить, насколько человек серьезно занялся построением бизнеса. Основа успеха лидера – это роль и обязанности, рекрутирование и развитие лидерства, сохранение активности структуры. Она работает офлайн больше и онлайн, но офлайн также есть офис, и они вешают на офисе чеки. Да, вот она сфотографировала один из вариантов, это офис в Мексике, офис лидера Oriflame. Мы ускоряемся немного. И мы расскажем о том, что у компании есть уже система, будет появиться скоро на сайте, Академия Oriflame. В чем фишка? Компания сделала опрос 500 лучших лидеров со всего мира. Представьте, да, 500 лидеров были опрошены. Были опрошены топ-15 каждого региона. СНГ, стран Балтии, Азии, Европы. И компания готовит академию, да, которая будет нам в помощь, академию по лидерству, академию, которая будет включать различные варианты тренингов, различные варианты тестов. И все мы сможем онлайн это все изучить, пройти и дополнительно обучать наших людей. Да, вы знаете, что у нас есть свои академии системного бизнеса, да, где мы учим наших людей планированию, уверенности в себе, как приглашать людей, как отвечать на возражения и так далее, и так далее. Но, и следующая академия запустится весной. Сейчас пока вы можете в записи смотреть и показывать своим новичкам. Но компания еще от себя сейчас готовит, и уже в мае у нас появится эта академия, и мы сможем пользоваться всеми этими презентациями. Да, бери и делай просто, и все. И опытом, это не просто будет теория, которую просто решили вот там у компании менеджмент придумать, да, это был реальный опросник, который очень много было вопросов, и опрашивали лидеров с разных стран. И в итоге будет сделана вот такая вот 4 академии. Академии, определенные для менеджеров по развитию, по навыкам, да, что они должны уметь и как этому учиться, для директоров, для золотых и для бриллиантовых. Это будет уже в мае. Вот краткий обзор Академии Oriflame. Можете скриншотом захватить. Кому нужна будет презентация, мы сможем выслать, чтобы вы могли четко знать последовательности системы. У нас это все будет, да, более детально. Весной мы это все получим. Тренинги на уровне консультант, все пошагово будет показано. И каждый цикл, и каждая академия будет состоять из 4 модулей. Модуль, к примеру, роли и обязанности менеджера, развитие ключевой команды, методы рекрутирования, и проведение встреч по возможности Oriflame. Если говорить о модуле Академии лидерства 2 для директоров, то здесь так же самое роли и обязанности директора, развитие лидерства, сохранение структуры активной и тренинг для тренеров, чтобы воспитывать в директорах уже от наставничества, технологии, умения обучать. Компания нас услышала, да, мы максимально хотим сейчас, чтобы все наши лидеры, как мы приходим с разных сфер, кто-то более опытный, кто-то менее опытный, но если мы хотим реально зарабатывать большие деньги, мы должны понимать, что вначале нам нужно быть, делать, иметь, да, быть это иметь определенные деловые качества, личностные качества. Мы будем со своей стороны, да, давать вам информацию, но мы также будем, конечно же, благодарны компании, что сегодня они нам максимально углубленно в этом направлении будут помогать и будут нас развивать, обучать, и мы будем становиться все более и более профессионалами. И новое онлайн-приложение для планирования мы ожидаем летом, потому что вы можете прямо на платформе компании Oriflame планировать ежедневные действия со своими консультантами, отслеживать, что они успевают выполнить. То есть вам не нужно их обзванивать, вы просто можете через онлайн выслать им задачи, какие необходимы, какие у вас есть перед ними ожидания, и тогда, если это ваш ключевой человек, он будет давать вам отчет о проделанной работе, тогда у вас просто на ладони, на одной ладони, на одном листке на компьютере будет в Excel видна ситуация, что кто конкретно сделал в цифровом показателе. Это просто будет бомба,
И эта программа, есть такая программа Bittrex24, созданная в России, она стоит $5000, да, на команду из 100 человек. Но здесь вы можете управлять всей своей организацией. И это будет все для вас бесплатно. Компания уже протестировала в 3 странах, в том числе и Марокко, Индонезия. И сейчас это мы ожидаем, перевод на русский язык, и скоро это будет у нас. Ждем с нетерпением. Попросил лично руководство компании, чтобы в этом году это у нас уже было. Вот так оно будет выглядеть. Мы изучим еще и это с вами, да, и действительно да. И, конечно же, то, что делает нас сильными, это наша ключевая команда. И Азгул Чингил, которая входит в тройку самых сильнейших лидеров мира, которая непрестанно работает, больше, конечно, работа она в офлайне, она очень плотно умеет сопровождать людей. И в чем преимущество ключевой команды, всем и так понятно, да? Все выгоды и все возможности, которые отсюда исходят. Важно людей обучать, рекрутировать, обучать, чтобы они становились менеджерами, ставить цели и продолжать заниматься их обучением. Поэтому важность ключевой команды, слайды мы вышли, вы изучите более детально. И на эту тему будет много презентаций, которые мы будем проводить, для того, чтобы вы могли больше ознакомиться с системой построение правильно успешной организации. Ключевая команда, это всегда она начинается с мечты. Вы решаете, как ее достичь, составляете план, действуете, пока не достигнете. Поэтому, если вы поставили цель на директора, но не стали еще директором, значит, вам ее, эту цель нужно достигать. И думать, какими путями, какими действиями вы сможете ускорить процесс грамотно, эффективно и долгосрочно. И, конечно же, стихотворение, которое я придумал для вас, усилить бизнес с интернет поможет верный инструмент. Купи планшет, настрой все сети. Будь современным, а не йети. И хочу сказать, что эта наша фотография была с Натальей недалеко от Эльфовой башни. Мы находились в одном из удивительных ресторанчиков, пили дорогостоящее шампанское. И это в Париже было. В Париже, возле Эльфовой башни, я говорил, да. Она может быть только в Париже. И главная задача построение бизнеса – это независимые лидеры, которых мы развиваем, которые могут вдохновлять и обучать своих людей. Но чтобы у вас это получилось, вдохновляйтесь и обучайтесь у нас. И тогда начнется настоящая дубликация. И мне понравились еще слова Владимира Полежаева, который сказал, что мы сегодня работаем, чтобы потом не работать. Но не то, чтобы не работать вообще, а не работать с конкретным человеком, которого мы в определенный период вырастили, сопроводили и обучили. И этот человек, ваш спонсор, который сегодня вас пригласил, этот человек уже работает как ваша копия, как человек, который уже обучен ценностям, принципам правильности построения бизнеса. И именно ваш доход будет увеличиваться в зависимости от того, скольких людей вы обучили, всем навыкам, всем знаниям, всем пошаговым действиям. И единожды обучив определенную структуру, вам не нужно уже будет туда обращаться постоянно. Да, полгода, год вы обучаете, сопровождаете, вдохновляете, но дальше эта структура работает самостоятельно. Ребят, и мы с Алексеем посчитали, что если вы помогаете и выращиваете одну директорскую структуру, то при вашей жизни, при жизни вашим детям и внукам в сумме компания только за одну веточку пассивного дохода заплатит $1 миллион. Посчитайте, пожалуйста, какие компания платит деньги. Мы еще сегодня не проговорили, что компания, все, что мы сегодня создадим, да, мы будем жить вечно, кому сколько, возможно, придумают какие-то новые инновационные технологии, но большой гарантией для нас есть то, что все те доходы, которые мы сформируем у себя на номерах, компания нам эти же деньги будет выплачивать нашим детям и нашим внукам. Да, мы просчитали, еще раз скажу, если вы воспитываете одну директорскую веточку, 10 тысяч баллов, то компания при вашей жизни вам, вашим детям и внукам в сумме только за одну выращенную ножку в сумме выплачивает $1 миллион. Мы сели, взяли листик и просчитали. Мы считали только директорский бонус. Мы не считали золотой бонус, сапфировый и бриллиантовый. Возьмите сами и посчитайте. Вот, возьмите
реально это все как бы цифры на листке бумаги, да, вот. И очень хорошая новость, что сегодня золотые директора, да, только закрывают золото, и они уже сразу едут на конференцию. То есть для них нету никаких дополнительных критериев для поездки на золотую конференцию, а все золотые директора только закрываются, сразу едут летом на золотую конференцию. Мне очень понравился девиз Магнуса Бренстрома, который сказал, что наша ближайшая цель на ближайших несколько лет, чтобы в компании Oriflame любой человек мог прийти и получить машину, квартиру, дом и минимум 25 тысяч долларов ежегодный доход. В компании есть проект, чтобы уже с уровня золотого директора вы смогли получить машины. Вы знаете, что сегодня с уровня бриллианта компания дает Volvo. Сейчас рассматривается проект уже с уровня золота. Пока это все, ну, по крайней мере, об этом уже говорит Магнус, об этом уже говорят на топ-15, значит, уже будут скоро хорошие новости. И также компания рассматривает проект ипотеки, возможности сотрудничества с банками или открытие своей сети банков. Скорее всего, это будет в начале сотрудничества с банками. И Никлас с нами уже поделился, что он уже по приезду с конференции, у него будет встреча с разными генеральными директорами разных банков на сотрудничество взаимное, чтобы дать нам возможность на выгодных условиях брать ипотеки или где-то будет, возможно, какие-то промо-акции, промоушены. Но вот компания еще думает, чтобы каждый из нас был с машиной, с квартирой, с домом. Да? И цель, чтобы доход, средний доход лидеров компании Oriflame был ежегодный 25 тысяч долларов, ежегодный доход. В принципе, это, если правильно строить структуру, это доход золотого старшего золотого директора. Вот. И нам нравится этот девиз, да, мы его принимаем, да, и со своей стороны сделаем все возможное и невозможное, чтобы у вас все получилось. Вот. Задавайте максимально вопросов, будьте в скайп-чатах своих спонсоров. Посещайте наши вебинары, изучите максимально все те видео, которые мы рекомендуем. Нарабатывайте навык уверенности в себе, ораторского искусства, планирования, выстраивания отношений. И стремитесь, да, верьте в то, что у вас все получится. А для тех людей, которые ожидают упрощения, то скоро стартовая программа «Лояльность», они все будут упрощаться для того, чтобы легко можно было своему новичку рассказать об этом бизнесе. Поэтому ждите скоро новостей весной, летом, осенью, и у нас ожидает улучшение еще на базе лучших возможностей, еще лучшее предложение для того, чтобы вы могли лучше, быстрее строить свой бизнес. И помните, если вы еще сегодня не директор, мы ставим план до конца года звания директора, чтобы вы получили своих 3000 долларов премиальными по акции, которая сегодня идет. Это план минимум. И если вдруг в какой-то момент вам будет, где-то будут какие-то сомнения, что-то будет не получаться, задавайте себе сегодня вопрос, где я могу осуществить вот те желания, которые у меня записаны на листике? Где я могу это получить? По факту, да. Какие реально есть варианты? В фантазиях, а реально. Открыть свой бизнес, подняться по профессиональной карьере. Где, что, какие есть сегодня варианты, чтобы годовой доход ваш был минимум 25 тысяч долларов? Задавайте вопросы, ищите, будьте в позиции лидера сегодня, будьте в позиции, берите ответственность на себя. И не верьте, не общайтесь с теми людьми, которые сегодня уже в состоянии депрессии, в состоянии негативизма, потому что это заразно, да, общайтесь с позитивными, общайтесь с людьми, которые сегодня достигли успеха, их очень много, знакомьтесь, мы вас познакомим со всеми нашими директорами, представьте, у Алексея Николаевича больше 1000 директоров, у вашего спонсора, вышестоящего, более 1000 директоров почти в 10 странах мира,
Вы даже не представляете, как нам с вами повезло, что у нас есть такой спонсор, и при этом он остается всегда таким простым, классным, и давно можно было ему просто отдыхать на островах и вообще не работая с его зарплатой, да, но он все-таки ежедневно думает о том, как помочь вам. Как ответить вам на телефон, что вам написать в скайпе. И это очень здорово, это очень классно, потому что мы получаем удовольствие от нашей работы. Да, мы очень много отдыхаем, очень много путешествуем, но мы помним, что за нами идет очень большое количество людей, которым мы когда-то пообещали. Мы людям пообещали. А если мы людям пообещали, значит, мы должны сделать все максимальное, что зависит от нас, как от спонсоров. Спасибо за внимание, спасибо, что вы с нами уже почти 2,5 часа, вы действительно лучшие. Подписывайтесь на канал YouTube, который есть у ваших спонсоров, у нас и у ваших новых лидеров, которых вы будете воспитывать, потому что это поможет вам в дальнейшем росте. У нас эта запись будет в 3 частях. В 3 блоках, вы записывали эти записи, давайте все записи выложим в скайп наши чаты и донесем нашим новичкам, нашим людям, которые не слышали. Пускай они посмотрят возможности, фотографии, новости и тоже воодушевятся. Пусть весь мир присоединяется к нашей команде «Касатка», находит своего наставника в нашей организации, идет за ним, следует и участвует на всех наших мероприятиях, которые мы устраиваем и в онлайн, и в самых экзотических уголках нашей планеты. И те бриллианты, те директора, которые вас сегодня, менеджеры, которые вас сегодня пригласили, это те люди, которые когда-то были новичками, которых мы когда-то сопровождали, мы вместе с ними проводили встречи, обучались, мотивировали, и сегодня у них есть результат. И сегодня это, можете считать, что это мы, да, это наши, это Алексей Акопий, которые с вами сегодня общаются, обучают вас и дают вам пошаговые инструкции. Поэтому очень много у нас Алексея Сибруков, да, которые сегодня сдублицировали Алексея. И давайте людям показывать свет в конце тоннеля. У нас великая миссия. Показывайте им видение и помните, что наша система обучения самая лучшая, самая дублицируемая, самая простая, самая коммуникабельная и самая современная. Будьте вместе с нами. Счастливо, пока-пока.